Уже завтра, 2 августа, в России отметят 88-ю годовщину образования воздушно-десантных войск. В столице Чувашии праздник пройдет на территории Чебоксарского аэроклуба и в центре города. В аэроклубе с 6 утра запланированы парашютные прыжки ветеранов ВДВ и недавних дембелей. В центре города запланирована своя программа. Она начнется в 10 утра с возложения цветов в Парке Победы. Затем голубые береты пройдут торжественным маршем Красной площади. В первой половине дня на полчаса будет ограничено движение транспорта по улицам Калинина, Сергия Радонежского, Ивана Франко и на Красной площади.